Это снеговик? Это Ньют! Это Ньют! Ребята, это же Ньют! Он вернулся! Да ладно! Он напуган. Пошли нафиг с подарками, Ньютик! Не переживай, нормально. Не бойся, Ньютик, я тебя не дам в обиду. Ньютик, все будет хорошо. Всем привет, друзья! С вами Кекстер Робзи. Добро пожаловать в игру The Baby in Yellow. Или ребенок в желтом. Прошлый раз. Подождите, а зачем нам предлагают выбрать главу? Вот она, ребята, вы мне просто сломали все комментарии о том, что вышла новая рождественская глава. Продолжается действие черного кота, которое вы еще не выполнили. Да выполнил я черного кота, конечно же, я хочу пройти, потому что мы с вами проходили полностью эту игру. Прошлая серия набрала 1,5 миллиона просмотров и тысячи, десятки тысяч лайков. Итак, мы с вами открыли вот этот портал. Мы с вами потеряли Ньюта, ребята. Надеюсь, что Ньюта вернут. Если вы хотите, чтобы Ньюта вернули в этой части, пожалуйста, поставьте лайк. Потому что, мне кажется, любой человек в мире плакал, когда Ньют погиб. Это маленький милый робот. Короче, мы открыли двери в преисподнюю, откуда появился тот самый ребенок адский в желтом. И их было много. Их было много? Да, ребята, так оно и было. И если не ошибаюсь, то в конце мы с вами увидели человека в маске чумного доктора. На этом мы остановились. И мы с вами сегодня поиграем в рождественскую главу. Черная звезда над головой, белый сад под ногами. Дитя требует человека из снега. Оу. Нифига себе, посмотрите! Любопытное Рождество. Слепите снеговика, возьмите снег и слепите туловище. Окей. Мы появились в том самом месте, помните, где ребенок шалил? Мы пытались с Ньютом его успокоить, заряжали пушку. Так, возьмите снег и слепите туловище. Возьмите... Это что такое? А, это рука снеговика. А что такое? Сначала эти наделайте снеговика. Блин, я обожаю эту игру, ребят! Память павших, искатели железного двора, вечный дозор, проклятые желтизны. Так, мне нужно взять снег. Снежок, катайте его по снегу. А, вот так. Подожди, я могу взять его. А, я должен толкать его. Смотри, нифига себе. У нас, подожди, у нас реально вырастает снежок. Смотри, нифига себе мы с вами. Вот это хорошо. Вот это мы сами, вот это мы сейчас сами слепим настоящего снеговика. Малыш требует снеговика. Подожди, возьмите туловище. То есть это максимальный размер? Нет, я могу больше сделать. Я хочу больше. И кстати, друзья, если вам нужны гемы в Бравл Старсе, акции, Бравл Пассы, скины или, возможно, робоксы в Роблоксе, то у меня открылся официальный магазин Robzi Shop. По ссылочке в описании можете покупать быстро, выгодно и надежно. Куда я его должен отнести? Вот это я дурень. Так, давай. Поставили. Требуется голова. Так, теперь скатайте голову. Хорошо. Катаем голову. Голова должна быть немножко поменьше, поэтому я думаю, скатаю с вами побыстрее. Блин, я так хочу, чтобы... Я так хочу, чтобы Ньют вернулся. Серьезно, в этой серии. Что разработчики придумали, я пока без понятия. Так, взять голова. Хорошо. Есть голова. Так, у нас с вами есть нижняя часть. Добавьте украшение и сделайте фото. Рука. Подожди, нет, рука должна быть не здесь. Во! Вот так вот рука должна у нас быть. Сейчас мы с вами сделаем снеговичка вообще топового. Подожди, а грабли? Куда грабли? Нафига нам грабли? Руку. Это что такое? Это... Я не знаю, что это такое. Подожди, возьмите руку. Да это не рука, это просто доска. Вот, вот рука. Да можно мне... Во! Во, смотри, во, две руки. Это, не знаю, пока нам не нужно. Я могу положить... Что это такое? Украшение. Палочка, это будет нога. Вот это будет нога. А здесь у нас грабли вместо ноги. Все, я могу теперь сфоткать. И кажется, штука открывается спереди. Хорошо. Открываем. И теперь мы сделаем фоточку, ребята. У-ху-ху! Мелкий ожил! Нифига себе. Ах ты ж, ах ты ж, ах ты ж маленький подлец. Так, мы взяли снегови... снежок. Где, где, где? На нафиг. У-у-у, попал прямо в бошку. Лепите снеговика, неудача. Типа, везде шипы, везде шипы. Пошел нафиг. Так, у него еще 3 жизни осталось. Нифига себе битва. Так, 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 так. Он меня пытается заморозить.
Он меня пытается заморозить. Смотри, у меня весь экран во льду. Нет, 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 нет. Да. Что, замороз? Нажмите, чтобы согреться. Он меня заморозил? А, я понял. Мы проиграли битву. Мы проиграли битву, но не проиграли войну. Тихонько, 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 тихонько. Где он появился? Нужно двигаться. Двигаться. Хорошо, хорошо, последний раз. Где, 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 где? Пошел в баню отсюда. Хорош! Подарокируйте своего снеговика. Не забудьте голову. Подожди, а где голова? Я мелкого отфигачил. Мелкий куда-то в пропасть упал. Я заберу голову, которую мне... Он меня украл, голову снеговика. Пошел нафиг отсюда, мелкая зараза ты желтая. Так, давайте, на место. Все, красиво. Вы это слышали? Привет, чертила! Ты карто... На тебе уголь поешь. Пошел нафиг, иди покупайся вот там. То есть, сиди, сиди в холодной воде. На тебе кусок угля, поешь. На тебе доску, на тебе. Я могу тебя выбросить? Все, отдыхай. Дай сфоткай снеговика. Странная камера. Посмотрите через видоискатель. Так. Что? Вы видели, что там... Вы видели, что это зло... Это был злобный снеговик? А где мелкий делся? Это был злобный снеговик. Проявите фото в фотокомнате. Пошли. Там был реально злобный снеговик. Так, весь дом украшен у нас красиво и хорошо. Подожди, заперто. А фотокомната у нас здесь, если не ошибаюсь. Ну, привет, черт мелкий. Так, ладно. Вот она фотокомната. Дверь я закрою. Вставить пленку. Так, вставляем пленочку. И начинаем проявлять. Что вы должны сами сделать? А, нет, подожди. Сначала нужно ее окислить, да? Какой-то жижей непонятной. Ага. Взять и вставить сюда, да? Правильно? Оп-о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 п. Неужели то, что мы сейчас сделали, появится в соседней комнате? Злобный снеговик. А, проверьте на малыше. Покорми меня. Привет. Подожди. А что? А где? Почему? Почему мы здесь? Что произошло, малой? Что произошло? Почему мы здесь оказались? О! Запись. Это совсем не тот голос, это какой-то... Подожди, молотки, бутылочки. Офигеть, там что-то стрёмное было. Так, огнетушитель, утенок. А где, может быть, Ньют? Кто-то сделал печенье. Ой, извините, пожалуйста. Меня... Я могу в печку малого засунуть. О, это печенье Ньют, ребята! Он вернет, неужели вернется? Подожди, книга. А я могу? Что у нас в холодильнике? Огурцы, колбаса, морозилка. О, индейка, ребята, у нас есть. Нифига себе. Поверните клапан. Я могу мелкого туда засунуть. Так, пошли за мелким. А, гайки и болты. Привет, мелкий. Привет, позорыш. Я могу тебя взять? Елочка, блин, у меня, кстати, дома уже елочка горит. Если вы не видели, то у меня в телеграм-канале уже есть видео с моей елкой. Это носочек Ньюта! Опа, доктор Плюш. Привет, доктор Плюш. Снеговички. Так, подожди, а я могу мелкого взять? Нет, не могу. Подожди, баночку взять. Найдите молоко. Чего ты радуешься? Подождите, молока вы еще сами не нашли. Сейчас, подожди. Молочко заполнили. Дайте ребенку бутылочку. Ну, мелкий гаденыш, держи. Замените пленки. Ты опять обосрался? Ты серьезно? Ты опять навалил кучу? Иди на елку посиди. Подожди, я могу его на елку подцепить? Подожди. Не, не могу. О! Подожди, елочное украшение. О, я могу украсить елку, смотри. Пару вот этих светяшек, да, красивых? Блин, обожаю украшать елку. Так, хватит. О, а я могу тебя туда засунуть? Давай. Уу! Малыш с огоньком, дружище, пошли со мной, пойдем, тебя сейчас перепеленаем быстренько, у меня для тебя есть... Ага, дверь сама открылась, привет, у меня для тебя есть маленький сюрприз. Пока. И... Готовится. А ему хоть бы хны, он как всегда веселится, ему как всегда нормально. Так, где пеленальный столик? Опа, нужно души будет освобождать, у меня не освобождены. Здесь у нас заперто, заперто, заперто. Пеленальный столик. Матрасик. Так, вонючий ребенок, дать ему эльфийскую шапку. Вы помните? Вы помните, мы смешивали.
Мы смешивали все это. Кольца должны вращаться. Кольца должны вращаться. Это что такое? Грибы. Музыка. Найдите рождественский наряд наверху. А как наверху? Как наверх попасть? А подожди, малыш там пускай лежит. Мы пошли наверх. Мы пошли наверх, потому что где-то здесь должен быть... Подожди, здесь... Злобный снеговик? Злобный... Твою налево снеговик? Глобус. Малыш плюшевый. Заперто. Вот, мне нужно вот эту штуку. Наденьте наряд на... Ты какого фига здесь делаешь? Тебя только что здесь не было. Алло. Фух. Как всегда... Так, малыш, если я тебе одену шапку, ты перестанешь вонять? Красиво. Достаньте индейку из морозилки. А-а-а, вот время для индейки. Кстати, подожди, помните, мы с вами... И что мы делаем? Я, подожди, я могу прямо сейчас смешивать? Ну? Нужно смешать. Варите отвар. Я не помню, что дает эта штука. На. А, он стал токсичным. Ладно, мелкий стал, короче... Чернобыльский малыш. Ладно, давай, достаньте идейку. А где, подожди, где дверь, куда... А, вот здесь, у нас... Да хватит, иди там нафиг, прыгай себе, отдыхай. Подожди, тоска, не срочно. Ага, конечно, не срочно, знаю, ваш, не срочно. Так, подожди, где был у нас холодильник-то где? А, вот, боже мой, вот он, холодильник. Доставить идейку из холодильника. Положите индейку в печь. Хорошо, все, закрыть. Индеечка, здравствуйте. А вы... Какой звонок? Где звонок? Подожди, индейка уже готова? Нет. Кто звонит? О, малой, а что там делаешь? Ты только что там был, алло. Подожди, не говори. Кто звонит? Ты в курсе? Ты понимаешь, что там кто-то пришел? Ты кого-то ждешь? Ты мне скажи, ты кого-то... Ладно, он никого не ждет. Это снеговик? Это Ньют! Это Ньют! Ребята, это же Ньют! Он вернулся! Да ладно! Да ладно, малыш, Ньют вернулся! Серьезно? Офигеть! Ребята, он жив! Блин, я сейчас реально расплачу. У меня сейчас слезы на глазах. Вы помните, что с ним случилось просто в прошлой части? Он погиб. Вы все помните момент, когда Ньют пожертвовал собой, спас нас. Мне лично было его жалко. Если вам жалко Ньютика, ставьте лайкусик. А если вы бы хотели, чтобы Ньют в следующем обновлении остался жив, срочно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Он пожертвовал собой ради спасения. Ньют, я так рад. Малой, пошел нафиг, я тебя ненавижу. Ньютик, ты вообще самый классный. Ты вообще офигеннейший. Блин, я обожаю этого. О, смотри, какой хороший. Все, вот, пожалуйста, вот теперь Рождество. Ты не умирай, не разряжайся и не ломайся, Ньютик. Ты меня понял? Все, сиди здесь в тепле домике. Я сам сейчас пойду возьму эти подарки. Их заберу, и все будет хорошо. Так, где Ньют? Я за тобой. Положите подарки под елку. Боже, Ньют вернулся, я в шоке. А где елка? Ты меня ведешь к елочке? Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Опачки. Смотри, видите, вот, какие-то козлы летающие. Ньют спит. Снеговики дикие. Тень. Так, давай. Мы должны положить подарки под елку. Оп-оп-оп-оп-оп. Ньютик, ты доволен? Что произошло? Там что-то горит. Индейка горит, твою налево. Индейку тушите. Огнетушитель. Все, потушил, потушил, потушил. А что случилось? А почему? Нифига себе здесь, нифига себе здесь у нас духовочка. Так, а где индейка? Кто сзади? Я могу только идти вперед, назад не могу. Ладно, аккуратненько. Я не знаю, как я сюда залез, потому что здесь, по крайней мере, было горячо. Мне не нравится этот звук. Это что было? Это малой в печке гоняет индейку? Или что случилось? Пожалуйста, только не говорите, что... Ай-я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 й
О, а вот она. Малой, я индейку пожарил. Хочешь? Индейку на стол. А где наш стол? Не, стол не здесь. Где наш новогодний стол? Новогодний стол где-то возле елки. А, подожди, вот. Ньютик, будешь? А, Ньют, подожди, он же не кушает. Он же робот, правильно?
Ньютик, ну я тебе тоже отрежу кусочек. Сядьте за стол. О, вы. Здесь подписано он. А Ньютика почему не подписали? Ты же самый главный. Кстати, смотрите, какая у него милая... Ой, милая шляпка на антенке. Ой-ой-ой, блин, вообще красавчик. Так, садимся. Ну что ж, приятного всем аппетита. Эй, ты чё? Почему ты такой злой? Я чё должен, по-твоему, суп есть? Да не хочу я... Не хочу я есть суп. Ньют. Ладно, я съем суп, ладно. Только не злись, малыш. Вы видели его глаза? Ах ты черт мелкий! У меня глаз засунул туда. Кошачьи головы. Кролика голова, барашка. Ты серьезно? Я должен это есть? Барашку разрезали. Это какая-то котлета в виде ба... как это неприятно, блин. Ты доволен? Продолжайте есть. Малой, ты доволен? У тебя все нормально? С барашку на коле. Ой, она еще пищит. О, кролика же. Не, так, не злись. Ладно, 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 не злись. Кошачьи головы. Ну, это не настоящие. О, черное окошко? Из прошлой главы? А кто съел? Кто съел? Закончите еду. Выпить бутылку? В смысле выпить бутылку? Кошка! Кошка! Кошка, ты... Почему я должен пить бутылку, а не малыш? Ладно. Я буду малышом. Опачки. Ньют сломался? Ньют сломался опять? Малой, ты что наделал? Слышишь, ты черт поганец. Ньют опять... Что это было? Малой. Ньют, Ньютик. Мне плохо. Все потемнело. Что произошло? Опять он со своими дурацкими глазами. А он в кроватке. Снеговик, которого мы сами слепили. Что происходит вообще в этой... А. Мы продолжаем битву. Почему я в холодном бассейне и куча снеговиков? И все они разные, кстати, посмотри. Все снеговики разные. Верните в столовую. Подарки. А, злобный снеговик. Воткнули в него какие-то отвертки. Подарки и еще снег... Мне вообще здесь не нравится. С большим маленьким... Так, мне вообще здесь не нравится находиться. Ладно, я пошел в гостиную. Блин, а где Ньют? Мне вообще пофиг на этих снеговиков. Мне больше... Что это было? Мне кажется... Подожди, снеговики... Снеговики развернулись. Дверь закрылась. Какого фига здесь происходит? Почему снеговики перемещаются? Нет. Посмотри, что происходит. Что здесь происходит? Боже мой. Что происходит? Все подарки. Все подарки, нафиг это? А где Ньют? А где малыш? Индейку, кстати, схавали. Возможно, это снеговики. И кто-то, смотрите, унес подарки. То есть остались какие-то снежные следы. Ага, вот подарочек. Малыш требует подарков. Малыш, сейчас я принесу, подожди. Подожди, печенька. Кто-то сделал печеньку. Я съел печеньку. Я просто голодный был. Так. Привет. Ньютик. Ньютик, ты живой. Он напуган. Пошли нафиг с подарками. Ньютик. Не переживай. Нормально. Не бойся, Ньютик. Я тебя не дам в обиду. Ньютик, все будет хорошо. Нормально, не волнуйся. Сейчас я этого мелкого поганца успокою. Он еще требует подарков. А где я тебе подарки возьму? А, вот подарочек. Мне... Они что, двигаются? Почему подарок двигается? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Снеговик. Снеговик с соской. С этой. Я несу. Только дверь не закрывай. Подожди, а где Ньют делся? Ты все еще напуган? На. Боже мой. Еще подарков? Ладно. Гиросфера, мы пойдем наверх. То есть, два подарка тебе мало. То есть, черт мелкий, два подарка тебе мало... Ты хочешь еще, да? А есть здесь подарки по-быстренькому найти? А вот, я вижу подарок. Подожди, вы помните? Не работает. Книга. Подожди, вот подарочек. Если... А, близко нельзя подходить. Близко не стоит. А я могу спрыгнуть с подарком. На тебе подарок.
Настя, я ее просто выкинул вниз. Давай, держи подарок, я пойду вниз без подарка. Пофиг, чтобы ты меня нечаянно не забрал. Подарок уже у тебя внизу, малой. Я надеюсь, ты сейчас... А, блин! Какого черта произошло? Твою налево, гребаный снеговик. Малыш, на тебе подарок. Еще подарок? Ты можешь не злиться, Ньютик? Ньютик, я сейчас принесу. Я сейчас музыку послушай. Веселую музыку послушай. Сейчас я принесу подарок. Так, кружки мне не нужны. Свечи мы с вами зажигали. Где? Заперто. Нет времени фотографии. Да что такое? Опять, смотри, 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 смотри. Смотри, кто-то. Это был гребаный снеговик. Это был... Что у меня ноги кряхтят, кряхтят. Я иду. Блин, у меня мурашки по коже. Малыш, я несу подарок. Малыш, я несу подарок. Не злись, пожалуйста, не... Все? Да... О, боже мой. Ньютик, ты теперь не боишься? Все, постой вот здесь. Вот здесь. Вот здесь аккуратненько побудь. Вот здесь. Никуда не ходи, пожалуйста, мой хороший. Сейчас откроем подарок. Так, давайте, наверное, с последнего. Надувной молот. О. На тебе. На тебе. Так, подожди. А как его выбросить? Ага. Юла. Малой, тебе нравится? Опять вот здесь сиди. Давайте дам. На. Нравится? Подожди, ему нравится, когда я его бил молотком. Во! Во, что ему нравится. О, подушки-переделки. Малыш. Подожди, я знаю, что... Я знаю, как... Вот. Берем малыша. Все, ему нравится. Это что такое? Пистолетик. Погоди. Давай. Подожди, пистолет, который стреляет глазками. Малыш, на тебе. Теперь у тебя есть еще один запасной глаз. Вот здесь. Нравится тебе, да? Все, давай, на тебе. Пошел нафиг. Так, куда идем? Уложите малыша. Ньют. Нет, я в Ньютика стрелять не буду. Я в Ньютика стрелять не буду. А куда уложить малыша? Пошли спать. Пошли. Я знаю, что тебе нравится. Вот здесь где-то наверху находится его кроватка. Ньют, я сейчас вернусь. Я сейчас вернусь, мой хороший. Так, малыш, все. Спокойной ночи. Покачать. Его последний... Какой последний подарок? А какой последний подарок? А, вот. Подарок от Ньюта! Это подарок от Ньюта? Подожди. А как его... Его последний подарок? И как его положить? Его последний подарок. А, или подарок Ньюту? Подожди, малыш хочет сделать подарок... Ньют опять мертв? Ньютик! А где подарок? Кто со снеговиком? Ньютик, проснись, пожалуйста, Ньютик! А я проснулся? Что происходит? Малыш, малыш, мы вернулись в то самое место, где бы, когда Ньют погиб... Да ёп! Это было не очень приятно. Малыш, короче, объединился вместе с снеговиками и опять терроризирует свою няню, ну то есть меня. А, мы опять продолжаем ту же самую главу, где этот черт вырвался. Нет. Почему вы привели его сюда? Я это помню! А вот что дальше было, мы не видели. О, не в этот раз. Это продолжение. Это продолжение. Веселых праздников. Сезонный контент теперь доступен в всех главах. Малыш Желтый возвращается для финального безумия. Присоединяйтесь к... Хорош, ребятушки. Все, мы ждем теперь новую часть. Вы ставите как можно больше лайков. Подписывайтесь на канал и... Всех вас люблю. Всем удачи. Покедова.